Всем доброго времени суток. Очередную бандероль с Китая получил. Пакет такой упитанный. Понять, что в нем, трудно. Аккуратно с краю разрежу его, так как здесь, как я и предполагал, воздушные шарики. Сайт Gearbest, на котором был сделан заказ. И вот в виде таких вот смайликов воздушные шары. Вот с такими надписями. Happy Birthday. Количество 2 штуки одинаковые. Стоимость их доллар. Добирались сюда 4 недели. По Китаю посылка отслеживалась, по Украине посылка не отслеживалась. Лежала очень долго в Киеве, непонятно где. На этом все. Ссылку приложу в описании. Кому интересно, заказываем. Всем спасибо, всем пока.